Казацкие соревнования «Лава на лаву» стали регулярными и всеукраинскими. Ко дню города на каскаде фонтанов «Радуга» участие в спортивных мероприятиях приняли казацкие формирования со всей Украины. Идея сделать Покровскую ярмарку более разнообразной и, что еще более важно для туристов, двухдневная родилась давно. В этом году ее постарались воплотить в жизнь. Несмотря на погоду, количество участников стало рекордным. Кроме, собственно, «Лава на лаву», прошли казацкие соревнования по фехтованию на саблях, метанию ножей и копий и впервые по казацкому горцеванию на лошадях. На второй день после Дня города проводить в Запорожье всеукраинские казацкие игры. Мы хотим, чтобы в этих соревнованиях участвовало каждое казацкое формирование Украины. И чтобы каждое казацкое формирование готовило у себя специальных бойцов, которые владели бы боевыми искусствами, именно теми, которыми владели запорожские казаки. А вот в конкретно «Лава на лаву» участие приняло 6 команд. К следующим казацким играм подготовить бойцов пообещали еще больше формирований.